После того, как Washington Capitals впервые за свою 44-летнюю историю завоевала Кубок Стэнли, игроки команды уже несколько дней шумно и весело отмечают свой триумф. Сначала в Лас-Вегасе, а теперь дома, в Вашингтоне. Фанаты могли выпить с любимыми игроками в одном из баров Арлингтона, пригорода Вашингтона. А на видео, выложенном в социальных сетях, Александр Овечкин вместе с другими игроками купается в фонтане в Джорджтауне. Овечкин и Ти Джей Оши приглашали всех желающих присоединиться к ним. Огромная радость для фанатов команды.